Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет обзор и тест Махатмы на моей основе. Это будет Махатма с разбросиком. Вот такая вот бабулька. Почему разброс именно прокачал для PvP режима? И в принципе мне очень нравится. Но есть вариант еще сделать наоборот. Вместо утекания рунами сделать талантом, а рунами поставить, сделать седьмой разбросик. И думаю, этого тоже будет вполне хватать, потому что так 80 разброса, смысла больше даже нету. Там семерка, по-моему, дает 65, если не ошибаюсь. Даже если 50 плюс ее умение, этого будет вполне хватать, а вот от хила ей иногда бывает не хватает. Вот у меня шестой сетик утекания, восстанавливает 7%. В снаряге у нее стоит необузданная ярость на скорость атаки. Думал менять, но пока, честно говоря, не знаю. Места берса, в принципе, хватает. На 10-10 она отнимает дополнительно 18% энергии, 300% урона, имеет иммунитет к страху и оглушению, 100% бафает себя к скорости и 75% снижения получаемого урона. Ну, имеет быстрое восстановление, то есть ей не надо там воодушевление и прочее. Она с одного точка сразу активирует свой скилл. Так, давайте сейчас где-то найдем Блисфрей интересную расту, чтобы потестить, посмотреть. В чем прикол разброса? Он работает с руки, смотрите на Купидона. Вот Купидон даже не успел бафнуть, она первая. То же самое, смотрите, сейчас вот нас Ара заблочил на Дрейка. Вот Дрейк даже не смог использовать. То же самое, все герои в Анубис вот почти слились на Хранителя. Анубис не может наложить свой баф. Ну и она плюс снимает негативный эффект из себя. Троним. Ну, в общем, вот как-то так. Герои тоже вторая эволюция, 200-е, но в итоге они ничего не смогли сделать. Давайте сейчас вот так вот сюда вынесу. Так, это Анубис у нас побежал. Где-то ее вот сюда. Вот снимает с себя все негативные эффекты, то есть какой бы там эффект на нее не наложили, она со скилла его просто снимет. Так, ну вот есть стрелок и Фрая, конечно, неудобно. Давайте попробуем через она сразу атакует. Вот, кстати, неплохо, она от некросов даже шатает бывает, но тут Фрейя, если срабатывает, то все, ни один герой не выстоит. Так, ну давайте тут закинем. То есть такая сборочка именно на PvP режиме неплохо будет заходить. Так, Фрейя, может получится у нас сейчас Фрейю вытащить. Да, вот получилось. Смотрите, она загрелась на Фрейе. Все, Фрейя просто отдыхает. Фрейя не может зарядиться. Вот так вот. И Анубис то же самое. Единственное, сейчас мы можем убиться об Хранителя, но он даже не включился, потому что тоже он чуть-чуть быстрее прилетел, чем тень. Вот вам показатель, зачем разброс. Конечно, наверное, будет все-таки, мне кажется, лучше сборочка утекания на максималку 8-8, а разброс собрать рунами этого должно хватать, чтобы герой не заряжался. Вот Ара заблочил. Все, вот как видите, одна тычка, сразу заряд. Был у меня на ней берс, тестировал, да, там быстрее все. Но он не настолько универсальный, например, как утекание, то же самое поставить. Там можно разные варианты, можно тот же самый берс вернуть рунами. Зато у вас будет отхил уже стабильный. Вот череп, гаргул просто отдыхают. Череп успеет включиться? Нет, даже череп не успел включиться. То есть при таком 1 на 1, там 1 на 2, в принципе, довольно-таки неплохо. Потому что если будет другой талантик, она все равно будет заряжать. Как бы вы ни хотели, при такой скорости она второго будет у вас заряжать. Даже двоих. Это вроде так кажется, что снимает 12 энергии, но в итоге все равно, или 18 даже. Если бы там было 25, еще нормально было бы. Так, а ну-ка тут сейчас попробуем. Стрелок.
Блин, ну тут таких не вытащить, конечно, далековато здание. Сейчас мы еще и огнекрыло зарядим. Ну, давайте попробуем поспамить. Отвлечь немножко стрелка. Так, отлично, заклинательницу слили. Как видите, стрелок тоже, по сути, не мешает. Да, иногда там не так часто она срабатывает, потому что идет забор энергии. Но сейчас, если доберемся до стрелка, вот смотрите, как она офигенно раздает полностью всех. Стрелок не сможет даже так часто выпускать своих орнитоптеров. Но вот единственная проблема — это Фрея. Мы ее зарядили, она сейчас будет издали выкидывать, если будем ее заряжать. Ну, ворожай просто отдыхает. Вот теперь главное забежать правильно. Еще к Фрее. Не, видите. Ну, даже Фрея, в принципе, 200 левел, 11 выкидывает. Ну все, тут мы походу застряли. Обидно, конечно. Хотелось бы забежать, чтобы дальше еще на Некросе потестить ее. Ну и Фрея не по линии стоит. Тут мы уже ничего не сделаем. Так она будет бегать туда-сюда. Даже убили. Ну, то есть результат такой сборки очень-очень даже неплох, если сравнивать с остальными. Единственное, я же говорю, есть возможность потестировать наоборот. Сделать это все тогда будет тоже, думаю, интересно. Заборы ломает, все ломает, урона хватает. На урон ее собирать однозначно смысла нет, потому что она будет сливаться. Вот посмотрите, что она сделала с героями. И герои непростые, она там не 12 скилла. Обычная 10-10 прокачка. Ну, посливала таких вот героев просто... Ну... Круто, круто, очень крутой герой. Использую я ее сейчас в многих локациях. Той же самой угольной армии себя показала очень и очень неплохо. Сейчас тоже, возможно, если там еще не добили, зайдем. Вот смотрите, хранителю не дало включиться, все. Просто, просто изи всех раздает. Пофиг, Анубис вообще против нее, не знаю, какой-то ребенок. Она снимает баф себя, дебаф точнее Анубиса, и просто вот не дает ему зарядиться. То есть такой вот герой, блин, круто смотрится. На арене я уже показывал. Давайте сейчас на арене, если повезет по центру кто-то будет. Тут сейчас возможно, ой, отлично, хранитель первым зашел, смотрите. Не знаю, тут или мы затащим всех, видите, они не в линию немножко стали. Но хранителю мы в любом... Нет, тут тыковка еще есть. Сейчас мы попробуем еще Асурика сюда кинуть. Думаю, так будет поинтересней. Главное, чтобы Асура включился, вот они вдвоем просто не дадут сейчас зарядиться никому. Вот и все. И плюс смотрите расстояние, как она достает до камня. С центра поля она просто, если по прямой будет бить, она просто ушатает камень. Радио Петыква. Хороший ник у парня. Ну, в общем, так вот, ребят. То есть, такая сборка. Если у вас есть лишний разброс, можно сделать. В PvP локациях однозначно вам поможет. Давайте еще этого нападем. Вот донатный вольт есть. Вот на хранителя мы включились. Все, до свидания. Два героя просто тупо разобрали всю пачку. Там даже Фрея сейчас будет отдыхать. Она не успеет зарядиться. То есть еще плюс Асура снимает энергию. И ваши герои нифига не смогут сделать. Единственное, это если они там их убьют. Но их убить этих двоих не так-то просто. Если будет еще танк, они просто разберут всю пачку. Ну, давайте уже добьем. О, жестко, жестко, жестко. А этот не по центру. За счет автопрока, конечно, она просто бешеная становится. Не знаю, что там. Смотрите, что они делают вдвоем. 5 героев.
Так, ну что, будет кто-то по центру или нет? Вот, отлично. Вот хранитель по центру включился. Вот сейчас есть вариант, что мы сольемся просто об отражалку, если у нас не хватит от хила. Ну, вроде отлично. Вот Асура тоже тащит. Просто на изи. Анубис просто не заряжается, как видите, там зарядился на чуть-чуть и все. То есть два вроде таких героя невзрачных, которые имеют забор энергии, но по сути на PvP локациях они будут очень много решать. Если правильно их собрать и правильную пачку поставить. Так. Ну, в принципе, все такое я вам показал, где использовать, думаю, вы знаете. Побежали сейчас на архидемона. Сколько у нас там? 86%. Что у меня по героям? Так, Анубис недособранный. Анубис и тыковка, да? На Анубиса руны, на огнекрыло. Понял. Единственное, она убивается тоже очень быстро. То есть тут надо найти баланс между, скажем так, дефом, уроном. Ну, нету смысла и ставить талант на урон. У нее и так урона дохренища. Лучше что-то интересное придумать. То ли скорость атаки, то ли забор энергии, то ли усилить деф. Это будет самый лучший вариант с того, что есть. Потому что герой и так имбовый в этом плане. Поэтому быстрый заряд. Так, еще у нас Анубис. Так, где моя там грубая сила? Поехали. Кто не видел, еще покажу, как она работает на угольной. То есть во всех локациях она реально, даже на тех же самых волнах она там просто божит. Тем более с разбросом, утеканием. Просто изи будет выносить всех. Можно ей поставить плюс одну клетку дальность действия. Она будет быстрее включаться, чем другие. Но сам плюс здесь, то что герои, пока они подходят, она снимает с них энергию. Вот это самый большой от нее плюс. То есть если у вас тут атланты были проблемы, и они иногда забегали. Вот смотрите, атланты есть. Вот она сняла с них энергию с любого героя, который... подходит вблизи и просто снимается сразу моментальная энергия. И все. То есть тут не надо стрелка, как раньше там бегали, стрелка брали. Стрелок, конечно, классный, но без стрелка это все делается, тащится на изи. Ну, просто они пока бегут, она их уже разобрала. Единственное, как бы, то, что она по прямой бьет. Я не знаю, она в следующей обнове будет на 12. Будет очень интересно на это все посмотреть. 21-я волна, просто изи. Ведьма там проблема была. Просто разбирается все на ура. Так, у нас тут босс. А, к сожалению, вышли не оттуда. 652. Если бы вышли с одной стороны... набили бы намного больше. То есть все волны проходить сейчас, ну, вообще просто изи. Если я на китайке там с 11 скиллами это все прохожу, то если у вас будут на максимум все прокачаны, это тоже будет не проблема. Вот так вот, вот такой вот обзорчик, не знаю, возможно, для кого-то будет полезным, но действительно с разбросом она, блин, просто кайфовая в PvP локациях. Ну, нереально просто к ней подбежать.
вот смотрите, они бегут, и они просто не могут включить свой скилл. Вот Арктика наконец-то заморозила. Вот опять то же самое, 20-я волна, смотрите, что делается. Супер. Ну, демоны, видите, опять демоны не с той стороны забежали. 652, вот тот же самый урон. То есть, надо, чтобы они забежали именно с той стороны, чтобы больше набить. Ну, вот так вот, ребят, все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Вот такая вот у нас Махатма. Следующее будет тест уже с утеканием. Все, всем удачи, всем пока.